Когда-то на этом месте была усадьба помещика Воинова. А в данном месте стояла водяная мельница. И мы сегодня видим, что нам еще природа сохранила вот это вот место, где когда-то стояла мельница. Видите, чистейшая вода вот в этом небольшом озере, да, и такой чудесный уголок природы. Скажите, пожалуйста, как случилось, что от панской усадьбы вообще ничего не осталось? Ну, как бы шла борьба вот, со старым режимом, все не хранилось, вот, а когда мы уже спохватились практически, мало что осталось. Но можем похвастать то, что у нас осталось здание костела 1904 года. Этот костел построен у нас уже 110 лет тому назад. Это историческое здание. Оно осталось и стоять до сих пор, но находится только здесь одно почтовое отделение. В 49-м году сюда после костела перевели школу. В 51-м сделали ремонт, и поэтому здание приобрело уже более советский наш современный вид. Раньше оно именно смотрелось как костел. Желательно, если бы была возможность его именно восстановить. Это было бы очень-очень хорошо. Я скажу, что это самая крупная деревня сельского совета. Это агрогородок в первую очередь. Значит, на сегодняшний день здесь насчитывается 191 хозяйство, плюс 50 где-то дачников. Проживает на сегодняшний день 464 жителя. Светиловичи – это наиболее такая живая деревня, где больше слышен детский смех не только летом, когда приезжают дачники, ну, можно сказать, круглый год. Сейчас происходит игра среди команд Светиловича и Лебедянка. Оле, 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 Лебедянка вперед! Вот, хорошо, хорошо, хорошо. Футбол – это, во-первых, жизнь. Вот. Я так, для меня, в частности, так. И я воспитываю это у них, потому что нужно, чтобы они были заняты. Я им уже говорю так, что во время футбола будем отключать интернет в деревне, чтобы вы все были здесь. Вот тогда и они приходят. Как настроение? Замечательно. Каким счетом вы выиграли? 10-2. За что любите футбол? Ну, можно побегать, собраться с друзьями. Много молодежи. Никто не курит, никто не пьет. Можно забить красивые голы, можно увидеть друзей много. Ну, все собираются здесь, на футбольном поле. Команде Сечилыча физкульт! Ура! Команде Лебедянка за хорошую игру, физкульт! Ура! И вот футбол – это большая традиция именно Светилович, когда собираются не только футболисты, но и болельщики. И бывает очень много команд, и людей не вместить даже и на улице. Вот это прежде всего и традиция, и отличие, может быть, от других деревень. Родился здесь в 34-м году и пока здесь и нахожусь. Свое место привыкнешь уже, все знаешь, куда ни пойдешь, все знакомо.
на своем месте всегда, в свои углы помогают. Часто вы стоите на этом мосту? О, как есть время. Да у деревни это некогда и стоять дуже. И жить можно еще, это даже разговору нема, потому что и в магазинах есть, и тихо, пока, как поглядишь, в этих странах, где воюют, обстановка такая тяжелая. У нас можно жить. А уже, знаете, сколько? 6 июня, 56 годов будет. Вместе? И что, не скучно вам вместе 56 годов? Вдвоем не скучно. Некогда было скучать, понимаете? Надо было и строить это, ломать все, и все. И детей годовать, и не было коли. И ругаться даже. Это у нас тут вырос такой кедр. Случайно посадили его, как-то не думали, что он тут проживется у нас, в нашей вёске, как говорится. Ну, долго не рос очень, но потом пошел и пошел и пошел. Так что приезжайте годов через 20 на орехи кедровые. Конечно. Как зовут? Жук. Жук, ты кусачий? Не хочешь разговаривать. Что делает ваш конь в деревне? Работает, обрабатывает, помогаем. Старикам помогаем. Дома много земли. Хозяйство большое. Уси, яйца, мясо. В магазине не купишь много. Это сильно дорого. А так, все свое. Гуси и кролики есть. Все, короче, есть. Здравствуйте. Здравствуйте, маме. А вон и что хозяйство. Дочка у меня хорошая. Лучше на свете. Спокойно, маленькая. Красавица. Красотка. Круто. Идем. Опа. Ну, хочу, чтобы дети счастливы были. А так, вроде бы, все есть. Сами счастливы. Дети есть, это самое главное. А нам, в принципе, больше ничего не надо.